начале матча, в самом дебюте. И дальше, в общем-то, мы поймали свою игру и показали одну из лучших встреч в сезоне. И все равно у Селтика положение было предпочтительнее. Для этого шотландцам нужно было обыгрывать в гостях Русенборг. Задача, в принципе, выполнимая. Ювентусу это не удалось, Порто удалось, но Русенборг по ходу турнира начал разыгрываться. И это он доказал в игре с Селтиком. На 19-й минуте Харальд Брадбак после скидки Рушельда, атаку начинал Хофтюн, точным ударом положил мяч в сетку ворот Дугласа. Посмотрите еще раз. Хорош был удар Брадбака из-под защитника. Мне кажется, немножко неправильную позицию в воротах кипер Селтика занял, поэтому этот гол и пропустил. А на 36-й минуте Страндберг и Брадбак организовали гол Рушфельда. Вот он этот гол, когда вратарь уже практически лежал на газоне, отбив удар Брадбака, Рушфельд послал мяч, ну, на 50% в незащищенные ворота. 2-0 к 36-й минуте. Русенборг больше не забивал, но не забивал и Селтик.